Я что ж закрылась и уехала в Анапу отдыхать. Платит мало. Ну и еле. Ей сумки не платит, чтобы в Анапу уйти. Ой, я так хочу в Анапу. Ой, в Анапу. Геленджик, Краснодар. Ой, что, Елец, тут вообще все грязное. Сосна грязная. Все. Нет. Если хочу жить в Москве, москвичкой я хочу жить, а не Елецкой. Надоел Елец, он мне горный попьёк стоит. Он мне уже в печёнку как Елец. Давай, я тебе сама наберу. Позвони Попову. Сотрудник футбольного клуба «Олимпик». Вместо Никиты Сотникова, игравшего под номером 22, в игру вступил Никита Загребельный, номер 11. Мяч забил Алексей Левинцев, номер 9. Охуели совсем, блядь! Охуели, блядь! Хватит, хватит, нахуй! У них, блядь, народу, блядь! Дошнули, блядь! Куда он будет спать, нахуй, потом? Антон, призван. Антон, скажи, для ушки меня.
Да, лягушку, на Францию надо ехать. О, на орех. Oh,
Yeah.
Yeah.
это деньги, да? Дай 15.
на Сашу, на отца. Ну, давай, давай, давай! Давай! Все на деку! Давай! Саша, молодец. Саша, молодцов. Дебить эту деревню! Дай нас сюда. Давай вперед! Куда ты сейчас скрылся, блядь? О, блядь, Саша пит! Вставай, вставай, блядь, вставай! Вставай! Там еще вот это. Еще проехать, блядь.
надо, надо, надо. Ну ладно, блядь. Один, два, ходи! Два, раз, еще один, ёбки у вас! Да! Ну! Тащи! Выбивайте середину! Да! Миша, я занят. Давай, давай, выживай! Я лишний чёрт. Ты что там было? Эти судьи вы...
Да, иди, блядь!
Давай!
Все. Все.